Огонь универсиады пересек границу Татарстана. Сегодня утром в Бавлах встречали главный символ студенческих игр. В торжествах приняли участие волонтеры и прославленные местные спортсмены. В руки главы администрации города факел передал хранитель огня. Студент Дальневосточного федерального университета Владимир Жемер. Завтра пройдет митинг, пробег зажжения факела, а затем огонь отправится в Руссу.